Всем привет, дорогие друзья! У нас новый день. Я сейчас к 2 часам пойду на остановку. Извиняюсь, горло болит. У нас купили одного хомячка. И мне надо его отнести к остановке. Да, мне, ребята, приходится продавать хомячков. Но я их, по сути, не хотела оставлять. Я хотела их продать, а хотела новенькую какую-нибудь одну оставить, остальных продать. И чтобы хоть что-то было. И вот мне надо его отнести к остановке и женщине передать. Она приедет, заберет его и все. Я не знаю, на видео я это, конечно, снимать не буду, но вот так вот. У нас сегодня солнышко на улице хорошее, как видите, в окне слепит все. Девочки прибрались и лежат, балдеют. Ванечка спит. Егорка играет, Оксана играет. Нет. Иди играй. Ты еще не оделась. Ходит в одних плавочках. Дома жарко очень сильно. Вчера вечером печку топили, и поэтому дома очень жарко. И они голышом ходят. Вот такие вот дела. Ладно, буду собираться. Скоро к остановке идти надо будет. Ребята, у нас солнышко. Я уже пошла вот уносить хомячка к автобусу. Сейчас там женщина приедет, заберет его. Вот такие вот дела. Хомячок красивенький. Я сейчас вам даже поставлю на скамейку коробочку и покажу его вам. Хотите посмотреть? Давайте посмотрим. Вот коробочка. И вот там вот это вот чудо сидит наша маленькая. Ему уже завтра будет месяц. От мамы они уже титьку не сосут. Тайсон, привет! Ладно, я пошла. Смотрите, ребята, какая большая лужа. Каждый год у нас вот такая лужа. Я отдала хомяка, зашла в магазин, купила кое-что. Хотела капусту купить, потушить, но не стала брать. 60 рублей за килограмм стало. Вообще одурить не стало. Сейчас иду домой. Покажу, что купила. Ну, я там в основном хлеб взяла, молочко. Мяско кое-какое. И все. Ничего такого не брала. Ладно, иду домой. Ребята, пришла я с магазина уже и покупки. Хочу сначала показать вам гладиолус. Смотрите, какие высокие. Вот это вот красный, видите? Какой высокий уже. И вот там вот еще такие стоят. Не знаю, почему девчонки говорят, что у них не взошли. У меня все взошли. Теперь я не знаю, куда мне их пересаживать. Такие высокие. Ужас просто. Так, ладно, к покупкам вернемся. Купила булку хлеба. Сгущеночку купила. Сегодня оладушки на плиточке пожарю. Так как муж сейчас работает, купила шейки, 47 рублей вышли. И взяла еще, сейчас покажу дальше, что еще взяла. Взяла еще вот такие котлетки куриные. Так, и молоко еще литр. Вот все мои покупки. Вот такие вот. Сумма небольшая была, потому что поэтому вот так вот. Так, ребят, у нас уже день, уже обед. Начинаем готовить, кушать к обеду. Сейчас быстренько приготовим перекусить, чтоб ребята ничего путем есть не хотят, ни супа, ничего. Решила я сегодня сделать по-простому. Почистила картошку, сейчас ее на красивенькие помельче кубики нарежу, положу в пароварку. И также сверху положу вот эти рыбные, ой, куриные палочки в пароварку. Тоже будут готовиться они пока у меня в пароварке. Я сделаю морковочку. Потру на крупной терочке и присыплю вот такой приправой для корейской моркови. И постоит она у меня, помаринуется. Плюс туда еще маслица добавлю. И будет вкусная морковочка. Детям нравится, уже не раз делала. Ребята, пришлось бегать в магазин, купить Ваньке 2 памперса. Поштучно брать невыгодно. 26 рублей один памперс стоит. Мы всегда берем большой упаковкой. Там почти 60 штук за 600 рублей. И сейчас возможности нет, поэтому приходится пока 2 памперса купить. На улицу надо сводить, а то уже ревет дома, капризничает, что на улицу его не выводят. Сейчас побегу дальше готовить, кушать. Так, ребята, нарезала я картошку. Сейчас второй ярус на второй этаж ставлю и буду улаживать котлетки. Сейчас порву пакетик. Какая разница, какой пакетик. Ладно, сейчас уложу и покажу вам.
Так, все, ребята, уложила на первый этаж картошку, на второй этаж котлетки. Закрываем и ставим на 50 минут. Все, скоро будет обед, наш готов. Так, поставили уже пароварку. Сделала я уже, ребята, морковочку. Сейчас убираю, пока будет в пароварке все готовиться. Морковка будет настаиваться в холодильнике ровно час. И будет готова наша морковка по-корейски. Ребята, Ванечка вышел на улицу там. Света, зови его к себе. Он сам идет. Видишь, ножками идет. Так нет, ты ходи с ним за ножки. Он по снегу хорошо тоже ножками идет. Не надо ручки. Нормально у него курточка. Всех выгнала на улицу. Сейчас буду полы мыть. Аккуратненько только. Все, он сам хорошо ходит. Девочки там вот все гуляют. Я не знаю, как тут увеличивается. Вот там, ребята, девочки гуляют все. Видите, вот они там все гуляют. Играют. И Ванечка со Светой тоже. Да, Ванюша? Света, отойди. Ваня, Ванечка послал гулять. Ти, моя радость, гулять послал. Да? Давай, Свет, мама включит, а то плохо видно тебя. Ты гулять послал? Ну, идите гуляйте, все. Он, Света, хорошо гуляет, он снежок трогает. Тебе нравится? Да, ребята, кто спрашивал, выздоровели они или нет. Света, ты выздоровела? Да, уже почти выздоровела. Ну, горлышко, говорит, еще немножко попаливает. Иди гуляй, Ванечка, иди гуляй, солнышко мое. Да, вот такой вот мой майтик. Все? Этот костюм нам подруга у меня отдавала ему. Так ты прям на дорожку его выведи. Ему так неудобно, то что ты его видишь так. Шагай, Ванечка, шагай. Он хорошо сам шагает? Шагай давай. Он там по травке будет хорошо шагать. По снежочку. Это первые шаги его на по снежочку. Ему нравится. Видите, как он гуляет у нас? Вот там ребятки. Сейчас вам покажу. Вон, видите, там горку себе сделали они. Катя, Марина, Окси в уличной одежде гуляют. А? Ты снегом? Ну ладно. Ну ладно, шагайте, я пойду полы мыть. Хорошо, Света? Ну все, давайте. Так, ребята, занимаюсь уборкой. Девочки все убрали почти. Ну я тут что-то прибирала. И сейчас осталось мне помыть только полы. Вот эту вот кучу с игрушкой, с вещами разобрать. И все. Буду мыть полы вот такой шваброй. Мне очень она нравится. Это получается, я сначала обрабатываю хлоркой, а потом просто водой смываю. Вот этой шваброй я обрабатываю именно хлоркой полы. Вот такие вот дела. Ладно, буду заниматься уборкой, потом вам все покажу. Вот таким вот образом, ребята, нажимаю, видите, вода брызжет. Очень удобно. Сейчас я обрабатываю хлоркой полы. Поэтому вот как-то так. Тут у меня чистая хлорка, без всякой воды. Поэтому вот таким вот образом мы и обрабатываем. Сначала полы, потому что дети маленькие. Поэтому приходится вот таким вот образом. А потом просто кипяченой водичкой все хорошенько обмою. И все. И будет у нас чистенько. Также вот оно и залазит под шкаф. Такие вот дела. Ладно, буду делать это одной рукой, неудобно. Все, ребята, вымыла полы. Теперь начинаем расставлять столики и стульчики и все висит остальное. Так, пол уже высох, поэтому потихоньку начинаем расставлять все. Я везде все заставила. Пока ребята гуляют на улице, я помыла полы. На улице, кстати, хорошо, прекрасно. Еще на столе на вот это вот разобрать, и все и будет готово. Ой, какой кошмар. Устала. Устала, ребята, очень сильно. Хожу, все еще убираю остатки. Сейчас разберу остатки и все. Фух. Сил вообще никаких нету. Пока ребята гуляют. Они вышли 5 минут буквально назад. Уже раз 5 зашли. Мама, можно домой? Мама, можно домой? Мы уже нагулялись. И все, я говорю, девочки, я даже еще полы не домыла. Вы совесть имейте. Егор и то вот на кухне там чистит картошку. Папа у нас будет на летней кухне суп еще варить. И то говорит, мама, а что, говорит, они каждые 2 минуты забегают. Ну, вот так.
Сейчас, ребята, немножко отдохну, попью чай, пойду на улицу, там на кое-что тоже прибрать. И хотела сказать, я, может быть, даже завтра выпущу видео ответ-вопрос. Вопрос-ответ. Да, вот так вот. Потому что много вопросов накопилось. У меня есть специальная тетрадка, куда я их списала. И постараюсь на все ваши вопросы ответить. Так что пишите в комментариях вопросы, я их же добавлю и отвечу на все вопросы. Ладно, сейчас чай попью и пойду на улицу. Ребята, картошка с котлетками готова. Вот такие вот паровые котлетки у нас получились. И там внизу картошечка. Вот такая вот картошечка. Сверху сейчас с котлетками получилась картошка. И морковочку. Сейчас мы будем с Егоркой покушаем, на улицу пойдем. Ребята, мы садимся кушать. Вот такое вот у меня блюдо получилось. Котлетка куриная, картошечка с кетчупом и морковочка по-корейски вроде получилось. Мне нравится. А тебе, Света? Вкусненько. Будем кушать. Всем приятного аппетита. Ребята пришли с улицы. Вкусно? Сели кушать, за обедать уже. Света, тебе понравилось? Извиняюсь, свет включила. Так ты аккуратненько кушай. Ты чего? Морковка острая? Ну ничего страшного. Кушайте давайте, ням-ням. Острая, да, кушай давай. Катя кетчуп взяла. Маша, тебе вкусно? Угу. Ну ешьте давайте. Это не кетчуп какой-то. Ты зачем им-то? Чуть-чуть только. Ложи. Ну ладно, кушайте, я пойду тоже кушать. Приятного аппетита. Спасибо. Молодец, умница моя. Ванюшенька у нас проснулся после улицы. Мы его посадили кушать, да, Ваня? Ваня такой довольный. Ваня, Ваня, ку-ку, кушай давай, садись. Девочки, вы поели? Все довольные? Со стола тарелки все? Ну, ты еще не поела, ешь давай, да. Ну, конфетку я дам после того, как все покушают. Мариночка еще не доела. Ну, ладно, все. Ну. Ой, ребята, сегодня сняла так маломальски, чем мы занимались в течение дня. Устали все, даже дети. Уборку делали, потом гуляли они на улице, потом покушали, играли. У нас сейчас уже ближе к вечеру подходит. Время у нас уже 6 часов вечера. Так, Ваня там самолетом занялся. И решила заснять оконцовочку. И потом, наверное, завтра сделаю видео, постараюсь, но если тишина будет, а если тишины не будет, то уж извините, как получится, так и засниму видео вопрос-ответ, потому что вопросов у людей много задали уже мне, но вот я, у меня есть специальная тетрадка, куда я их записываю, и потом буду на них отвечать, так что не переживайте, на все вопросы вам отвечу. В целом, вот такой вот был у нас день. Если вам понравилось, то ставьте лайки и подпишитесь, конечно, на наш канал. Мы будем очень рады любой дружбе. Пишите. Также у нас есть WhatsApp. Там создана группа ютуберов. Мы общаемся все вместе. Если хотите, пишите ваш номер, я добавлю вас в WhatsApp. И всем пока-пока!